И сейчас буду подниматься наверх, на самую крышу. Сейчас эти люди выходят, а я потом пойду туда. Зайдем? И? А? Я не знаю, сколько здесь ступенек. Будем считать сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Жутковато туда? Паузу сделать. По сути дела, я сейчас нахожусь в настолько странном месте. Я залез на вот ту кривую минору, на минарет, который на фотографиях показывал. Меня сюда запустили под тайной строгой тайной секретности великой. Такой у них тут бизнес маленький, небольшой. Ну, друзья протежировали, сказали, что можно залезть. И вот здесь виден весь Самарканд, как на ладони. Я не знаю, я сейчас на высоте, по-моему, метров 60. Страшновато немножко, конечно. А вот вдалеке, если там не видно, вот я сейчас попробую медленно панораму сделать. Это Памир. И вот снежные шапки видно. И отсюда до гор приблизительно 180 или 200 километров. То, что мы сейчас видим, снежные шапочки вот эти, это вершины Памира, я не знаю, как они называются, потом увидим. 7,5 километров высота. Ну, вот такая красота. Это Восток.